Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Всем йоу, крокодилятки, ребят, йоу-флоу. Йоу-йоу, всем привет, братва. Всем здорово. Что? Уже все? Ну что вы, котятки, ребятки, всем привет. Альбом я сделал уже. Вот-вот он выходит, друзья. Вот-вот. Че, Рома богач? Я думал, реально богаче. Все нормально идет, все хорошо, ребят, все отлично. Все нормально, едем потихоньку, полегоньку. По нашей маленькой провинциальной дорожке. Едем, друзья мои. Так, муравей, привет, брат. Трек еще не готов. Можешь не писать ни одного сообщения. Погнали дальше. Тоха, здорово. Всем привет, ребят. Так. У нас все хорошо, нам тут кондиционер. В принципе, машина иномарка, поэтому проблем не испытываем ни во время холода, ни во время жары. Амортизация, никаких кочек, мы ничего не испытываем. Идем дальше. Привет, погнали. Здорово. Гусейн, привет, привет, дружище. Так, ну вот, в принципе, вот и вся трансляция, мои дорогие котята, ребята. Хотел сказать вам, что альбом готов, и вы его скоро услышите. Спасибо большое всем, кто еще ждет. Такие дела. Машина идет очень хорошо, машина очень качественная, стойки поменены. В принципе, потихоньку, полегоньку, помаленьку. А как еще, ребята, нам жить? Привет, дорогой, привет. В Украину вот собираюсь, вроде завтра. Так, Поветкин. Поветкину желаем победы в предстоящем сражении с английской мировой звездой бокса. Номер один в рейтинге супертяжеловесов Энтони Джош. Вот так вот, ребят, потихоньку мы и двигаемся. А вы пишете, а как ты, а что ты, а почему ты легенда, а почему всегда ты легенда? А потому... А вот поэтому, ребят, потому что всегда в движении. Погнали дальше. Бокс видел, все видел. Спасибо, ребят, всем. Котята, ребят, я вас всех целую, люблю. Яу, спасибо всем. Да, сейчас с нами. С Вованом Кентом сидим, яу. Здравствуйте. Йоу, привет всем. Йоу. Это фрики. Здравствуйте.
Йо, мне ничего не надо, ничего мне не надо, ничего не надо, ничего мне не надо, мне ничего не надо. Стоя ламбады, ничего мне не надо, когда все себя с меня тут падает на пол. Это нокдаун, боксер на канатах. Что там есть внутри, я могу открыть, но смотри, девчонка, варил ты меня, прости, гада, подонки. Надо. Привет всем, друзья мои. Яу. Гена Гром, респект, братан. Многоточие у нас в сердце навсегда. Йоу. И тебе лично респект, братуля, отличный. Глазам. Но мне не надо. Ее легче волна для солдата. Волна для пирата. Это мне не объяснить, что там есть внутри. Могу открыть нас, смотри, девчонки. Может, уже это говорил ты меня, прости, года подонка. Колонки. И ты буздуй, как с бонга. И ты смеешься так громко. Девчонка, девчонка. Пусть разрывает колонки. И ты буздуй, как с бонга. Всем привет, друзья мои. Всем привет. Привет. Извините, что я в куртке, в помещении не хотелось, как бы то делать. Ну как, почему-то холодно немного у меня на студии. Давай, Ген, давай, братух. В Москве в апреле концерт жду, брат. Так, ребят, 31 марта. У нас март сейчас идет с вами. Извините, если я выпал. Приболел немножко. 31 марта я у нас в Серпухе. Да, я зарос, я немного не в форме, я болел, выздоравливаю, сижу на студии, занимаюсь делами. Сейчас буду работать над дальнейшими тречиками. Как бы вам поближе показать это все? Ничего и не надо. Кроме ламбады. Азамат, брат, ты здесь еще? Как ты? Как вам, ребят? А ну, как текстуля, ребят? Я твои вижу глаза, ма. Никто не знает, что ли азарт, ма. Ты дай мне руку сюда, ма. Со мной не страшно, ведь правда. Мне ничего не надо. Без твоей улыбки ничего мне не надо. С нею легче волна для солдата. Мельче. Волна для пирата. Мне ничего не надо. Без твоей ламбады ничего мне не надо. Когда все тебя с меня тут падает на пол. Это нокдаун, боксер на канатах. Это мне не объяснить, что там есть внутри. Я могу открыть на, смотри, девчонка. Так, ребятушки, влажные салфетки. Это рум-тур, вы знаете, я люблю. Их вела сутки в жопу ты с кем? Я была, сука, покажи мне своего рыбого пина. Ты говорила мне, мог как герда и край. Ты говорила, на меня сердце не жаль. Это, блядь, что за новый матрос? Who the fuck is a guy?